Привет, мои дорогие. Сейчас пойдем, сходим на улицу Кобылянская. Это пешая улица. Посмотрим, будет ли елочка в Черновцах. Говорят, что привезли лесную красавицу. Ну, посмотрим. Хочется самой убедиться. Пешая. Смотрите, какая оживленная. Хотя и нет, кафе уже на улице. Все зашли вовнутрь. Здесь очень много кофеен. Очень много кофеен. Все они такие разные. Кстати, еда очень вкусная. Видите, электричества нет. Все уже купили генераторы. И не унывают. Люди отдыхают. Голыми руками не взять Украину. Люди находчивые. Выход всегда есть. Стоит только его поискать. Друзья, смотрите, здание после реставрации. Его реставрировали, я не знаю, месяца два, наверное, три. Красивая. Так, вдалеке видна елочка. Сейчас подойдем поближе. Так что в Черновцах будет елка. Причем рядом с нашим домом. Карусель для деток. Молодцы. Вот она, красавица, установили. Но еще не украсили. Так что в Черновцах будет елочка. Причем лесная красавица. Видите, какая красивая. Смотрите, какой у нее ствол. Боже мой, сколько ей лет. Красавица. Ой, вы знаете, какой аромат. Красиво. А как же она крепится? Просто стоит. А она, оказывается, вон, видите, на растяжках. Вот так-то. Такой палац кино на Кобылянской. Ну, ходят на фильмы, смотрят. Начинают украшать витрины. Там на этом месте стояли столики. А сейчас, смотрите, вынесли ту и поставили. Ну, красиво. Я вам хочу сказать, эта улица красивая и летом, и зимой. Сюда хочется всегда приходить. Красота. Что, еще раз покажу я площадь центральную. Какая она сейчас оживленная, смотрите. Ну, в принципе, как и обычно, как и всегда. Сегодня будний день. Наверное, будут здесь на площади устанавливать вот такие вот домики. Посмотрим. Кто знает, напишите в комментариях. Нахожусь сейчас на улице Франка. Ниже там ратушь. Вот такой красивый дом. Стоит прямо на углу, на перекрестке. Мне он так нравится. Вообще улица хорошая. Областная администрация. Сделали тротуар, кстати. Видите? И на этой стороне, и там сделали, и дальше сделали. В общем, успели к зиме. Я думала, они успеют. Друзья мои, спасибо, что были со мной. Спасибо за ваше время. Всем на мира. Пока.